Привет, я Никита Власов. Программа «Прослушка» в эфире телеканала, который вы сейчас смотрите. Мы продолжаем расширять музыкальный кругозор жителей республики, показывая им артистов и музыкантов, исполняющих непременно вживую музыку самого разного толка. Группы «Нервы», называются «Плакали батареи и трубы». Почему этот кавер, допустим? Ну, во-первых, это трендовая музыка. То есть она, так как у нас подростковая группа, нас в основном служат подростки. А «Нервы» — это тоже музыка, грубо говоря, для подростков. И эта песня одна из самых известных у «Нервов». Также мы взяли эту песню, поскольку зал по нее просто, как можно сказать, разрывался. То есть он прыгал и сносился. Сначала играешь кавер, толпа уже завозится, потому что она знает текст наизусть, а потом им хочется танцевать уже и под наши собственные песни. Прослушка в эфире телеканала, который вы сейчас смотрите. Мы называемся Straight Away. Наша первая песня, она называлась «Напрямик». И, собственно, мы решили приурочить название нашей группы к названию нашей первой песни. Вот, и решили называться Straight Away. Но произошла небольшая ошибочка грамматическая, переводческая. Поэтому у нас немножко неправильное название написано, но мы хотим, чтобы все считали, что оно значит напрямик. Ну, Straight Away, да, по-английски это сразу же, как только. То есть это не напрямик, и так нам Google-переводчик сказал. Вот так вот. Вторая вещь, как она называется, что перед ее прослушиванием нужно знать телезрителю? Эту песню написал я, Highlander. Ну, как? Мы обычно всегда говорим, что мы авторы полностью Straight Away, но я текст принес. Ну, в общем, что нужно знать зрителю, это посмотрите фильм «Горец», старый фильм «Горец». Я смотрел его сначала маленьким, когда с папой был, и потом как-то одним зимним вечером решил пересмотреть, и воспоминания нахлынули, и решил написать песню, практически по фильму. Мне кажется, у нее такой мотив трагичный, и для меня она вот прям очень личная, что она как для про Бога,
про то, что этот человек, главный герой, про кого мы поем эту песню, или от лица кого мы поем песню, что он ищет Бога, и он не может его найти, и он старается, и у него очень много всяких на пути препятствий, и он с ними борется, и вот так вот происходит. Или про любовь, про все такое. Такой веселый-веселый, а вы все время такие грустные, ну, как бы такие лиричные. Это специально выбранный образ или так получилось? Вот? Ну, это на самом деле зависит от настроения и от времени года, наверное, больше. То есть, ну, и от композиции, соответственно, тоже. Ну, вот когда по контрасту, да, что вроде бодрая музыка такая, а вы задумчивая. Да. Ну, потому что есть определенные отсылки в песнях. Как бы кажется, вроде песня веселая, но на самом деле смысл в ней другой заложен. Ну, возможно, что мы свой образ дополняем своим внутренним, как бы, я. То, что у нас таится очень глубоко внутри, что мы не показываем в обычной жизни.
что мы, может быть, на сцене именно вытаскиваем. Я всегда на сцене грустная. У меня не получается. Я тренирую это, но это очень сложно. Это очень сложно добиться с учетом сейчас происшествий, которые вообще в мире происходят. И очень сложно держать улыбку на сцене. Тяжело скрывать эмоции свои настоящие, поэтому так выходит. Одна вещь из своих, она на английском, одна на русском. Как вы планируете? Да по-разному, на самом деле. Просто иногда поток мыслей идет на русском, а иногда вот на английском. Это хочется. От настроения зависит от ситуации. Вот вы любите, да, на английском же песенки? Да. Мне вообще очень нравится, потому что на английском иногда ты можешь эмоции таким образом показать и рассказать о своей жизни, каким не можешь на русском, например. И наоборот. Да, ну да. На русском иногда стыдно что-то сказать такое уж прямо очень нежненькое и так далее, а на английском спокойно. Иной раз еще проще английском легче петь. На английском, да, чем на русском. Иногда да, но при этом нужно не забывать о том, что у нас все-таки аудитория — это русские люди, которые, ну, некоторые, наверное, не знают английского, поэтому нужно не забывать о том, что русские у нас песни тоже должны быть. «Желтая кухня» — это вот больше Карине, потому что она автор песни. Я тогда пережила в своей жизни первый такой опыт отношений, вот, и они закончились не очень хорошо, поэтому я решила написать такую вот песню в память об этом человеке. Это вот. Больше символизм, да. «Желтая кухня» для всех она по-разному, как бы. Для кого-то «Желтая кухня» — это реально «Желтая кухня», а для кого-то «Желтая кухня» может парк какой-нибудь, не знаю, под которым вы там целовались, ну, в котором вы целовались или что-нибудь еще. Такое интересное, ароматичное. Я уйду в свою желтую кухню, наливая малиновый чай. Oh,
Это все, что мы успеваем показать вам сегодня. Съемочная группа нашей программы благодарит концерт-студию «Тайм» за помощь в организации съемок. Все выпуски телепроекта ищите на сайте телеканала и в группе телепроекта ВКонтакте. Увидимся через неделю. Пока!